Мир вам, уважаемые телезрители! Мы продолжаем цикл передач «Альфа и Омега». Сегодня мы будем говорить о делах Божьих, о Его чудесах, которые Он творит в это последнее время. И хотя многие говорят, что это было когда-то в дни апостолов, но это неправда. Мы будем сейчас продолжать слышать это свидетельство Дмитрия Харитоновича Березюка о тех делах Божьих, которые Бог совершает и в наше время. Дмитрий Харитонович, первый вопрос хотел бы к вам направить или спросить вас, обязательно ли христианину нужно иметь крещение или получить крещение или ревновать о крещении Духом Святым? Обязательно надо. Обязательно. Почему? Почему такая необходимость? Написано в Священном Писании, кто не имеет Духа Святого, тот и не его. Так и написано. Теперь написано в Коринфянам, апостол Павел пишет, что никто не может назвать Иисуса Христа Господом, как только чем? Духом Святым. Святым. Вот. И Откровение 3 глава мы читаем, «Се стою дверь и стучу, то услышь голос мой, войду к нему, вечеря буду с ним, и он со мной». Это сам Иисус Христос стучится в наше сердце. И как ее не пустить? Если мы не пустим, это жизнь наша. Расскажите, как лично вы получили крещение Духом Святым? С самого начала, как это произошло, интересно? Ну, я, как вы много знаете, что я с Баптистской церкви. Я читал «Деяния святых апостолов» и думал, ну как это, может, было тогда, а сейчас, есть или нет. Я дошел до того, что стал молиться. То есть Господи, первая была молитва? Да. Если ты есть, то пусть это не будет моя религия. Ты измени полностью мое сердце. Пусть не будет это мое понимание, моя убежденность. Но, Господи, что-то покажи мне, коснись моего сердца. Если это действительно деяние святых апостолов, ты живой и Бог, и был, то будь ты со мной. И я стал ходить в леса, овраги молиться. То есть вы не в церкви молились? Нет. В церкви вам проповедовали, говорили о том, побуждали к крещению? Нет, баптисты просто учение какое. Мы имеем Духа Святого. Крестились в воде. Покаяние, все, на нас сошел Дух Святой. Вот такое учение они. Но я ходил в овраги, в леса, и так молился, что аж потерял часом и ориентацию, куда идти, какую сторону домой идти. Вот, темно было, сумрак наступал, а я молился до Бога. И я не знал, что это уже касается меня Господь, что мне так хочется молиться. Хочется молиться и забывать за время. Кажется, этот час как 5 минут прошло. И все. И однажды я шел домой пешком, это 12 километров с работы. Специально я не искал транспорта, думаю, пойду пешком, чтобы мне всю эту дорогу молиться. И когда я молился, на меня сошел Дух Святой. Такая радость. Я и шел домой и пел. Такую радость я не ощущал никогда. Это нельзя сказать людям, которые это все не пережили, то нельзя. Это, кажется, нет в тебя ног, где-то летишь среди неба и земли. Такая утешающая радость, такой просто. То есть это и физически ощутимо. О, это просто я прошел 12 километров и кажется, что оглянулся, это уже деревня моя. Уже еще хочется, чтобы идти 12. С Богом говорить. Это очень прекрасно. Слава Богу. Я верю, что многие сейчас смотрят нас и тоже имеют желание получить крещение Духом Святым. Но нужно, конечно же, понимание. Вот объясните такой вопрос. Исполнение Духом Святым и крещение – это одно и то же? Либо есть разница между этими двумя? Видите, между желанием и жаждой есть большая разница. Большая разница. Жажда, по-украински, спрага. Вот. Это томи мое, как бы надо сказать, такое сердце человека. Человек томится, и томи мое искание Бога. Он томится день и ночь. Господи, дай Дух Святой. Господи, дай Дух Святой. И плачет, молится. Женочью спишь, снится, чтобы молиться на иных языках. Пробуждаешься? Нет. И снова ты в агонии жажды находишься. И по такой жажде Бог дает Дух Святой. То есть при постоянном желании, чтобы Бог благословил, да, и наполнил силой. И вот исполнение Духа Святого, как вы спрашивали, да? Да, вот. Да.
это тогда, когда, как читаем в Священном Писании, и Петро исполнился Духа Святого и начал говорить. Вот исполнение, это что-то особенное Бог хочет тебя сделать. Исполнение Духа Святого. Через тебя в эту минуту хочет что-то Бог прославиться так, что ты даже не знаешь как. Вот что. Вот я наведу такой пример, в одной деревне, там было крещение водное. Ну, мы приехали с семьей, маленькая церковь, совсем деревушка большая, но людей очень мало. И не такие, ну, бедные духовные люди, все. И говорит, Дмитрий, там мы молились, чтобы Бог дал пробуждение, и никак его мы не видим. А там мы молились, молимся, уже поизнемогали, нету ничего. Слушай, говорит, мы решили так, ты будешь доводить до покаяния перед крещением, как будет брать эти воду, а мы будем молиться. Если кто будет каяться, мы сразу будем крестить его. Знаешь, мне это как бы то не, ну, интересно и непривычно, обычно надо до крещения готовить людей. Ну, конечно, говорить, да, объяснять. Говорить, все, а то сразу воду крестить. Я думаю, говорю, слушайте, братья, ну, я буду делать, закидать сети для лова, для Царства Небесного. Но что вы будете эту рыбу делать? Не мешайте мне, пожалуйста, чтобы я не отвечал перед братьями. Это вы решили, это ваша церковь, это ваши проблемы. Делайте. А я буду закидать невод, буду вытаскивать рыбу. И вот хочу сказать сами исполнение. Когда я начал говорить, Бог, исполни меня Духа Святого для того, чтобы говорить. Поймите, что стоит два Дмитрия. Вот. Я могу мыслить что-то другое. Я вижу, как ветки деревьев не шатаются, а люди что-то шатаются. Нету ветра, ветки деревьев не шатаются. Ну, не колышутся совершенно. Вот. Тишина, спокой, а люди все шатаются. Я обратно говорю, что делается? Вот. Что, или в моем голове что-то не так. Вот. Ветки деревьям не колышутся, а люди все колышутся. И я думаю, мысль эту такую развиваю, а уставы говорят, народ весь в рыдании. И все. И когда уже брат пошел в воду, люди рынули к реке. Все. Сплошной плач пошел. Мне дайте крещение, мне дайте крещение. И сразу все пошли в воду. Так, как они были одеты, так пошли в воду. И пьяницы, и пьяницы, и другие, там, женщины, и алкоголики, все в воду пошли. Вот. А я думаю, уже надо молчать. Братья завтра говорят, говори. И все. Говори еще больше. И Бог, как наполнен Духом Святым, такая сила пошла на народе, что некоторые, когда там была такая большая дамба, и на этой дамбе стояли люди, мост как бы, и ныне стали бежать куда-то. И снова Дмитрий одна стоит, думаю, они увидели пожар в этой деревне и побежали. Говорят, что-то там горит. То есть это вы так мыслите? Да, мысли. А уста говорят, хочу говорить, вот что-то исполняет Дух Святым. А уста работают, и вот что. Люди побежали, вот это было еще при Советском Союзе в 90-х годах, вот что. А остальные к воде и все в реку вышли. Там нельзя было распознать, где служители стоят, где служители стоят, где церкви стоят. То есть это Дух Святой, да, такую работу произвел. Вот, как вы понимаете, есть в море такая лейка, которая туда вода идет, и когда корабля бывает тянет. Вот так Дух Святой тянул людей. Вот смотрите. Вот, вот такое исполнение Духа Святого. Вот так Дух Святой туда тянул воду всех. Вот. А что я так говорю? Потому что на меня написали акт, потому что еще тогда было немножко про Горбачёва. Да, да, вот. Гонения были. Да. И тот, кто писал, говорит, всех людей тянуло в воду. И меня тянуло. Но я успел объяснить некоторыми людьми. Вот. То есть это тот человек, который поставлен был для наблюдения, да, что да, происходит, да? Да. Вот чтобы нанести, донесение, да, сделать. Да. И вот и меня притянуло, но я успел удрать некоторыми людьми. Вот видите? Великий что-то Господь. Исполняет Духа Святым. Потому что любовь называется чем? Духом Святым. Друзья дорогие, мы сегодня сейчас будем молиться за несколько минут по лицом Господним, чтобы Бог снял эти все болезни с вас. Я тысячи видел людей исцеленных,
разными болезнями. Но не так меня радует, как я вижу человека спасенного. Аминь. Аминь. Поднятыми руками славишь имя Господа. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Дмитрий Харитонович, вот человек получил крещение Духом Святым. Многие хотят, ну, они так называют, провериться или узнать, удостовериться, что истинно ли они крещены или не истинно. Вот как им поступать в этом вопросе, когда некому обращаться? Дух Святый – это радость. Вот что. В сатаны нет радости. В ее скорбь, горе, тоска, угнетающая тоска, печали. Вот что и он имеет сатана. Но радостью сатана не обладает. Вот что. А Дух Святый – это большое утешение. Вот что. И когда человек утешается, радуется, он этой радости аж плачет, и хочется ему молиться, и есть желание молиться. Вот это и знамение, что он крещенный Духом Святым. А когда он иными языками молится, но радости в нем никакой нету, вот что, как будто бы на нем что-то звалилось, вот, и как что-то его придавило к земле, он ходит угрюмый, вот это и надо проверить уже. Это языки, может быть, не от Господа. Разве сатана не знает языков иностранных стран других? Знает. Там и индийский, и китайский, и других африканские языки знает, разных, и диких племен сатана знает, и разные языки знает. Вот что. Поэтому надо сейчас уже проверять. Если человек молится на их языках, а нет у него радости, значит, надо эти языками запретить, чтобы он не молился совершенно, молиться за очищение, найти корень греха, почему туда зашел враг и обманывает его, а тогда молиться по данному духовному крещению. И Бог крест Дух Святой. Слава Богу. Есть церквя по нашей Украине, по всей Украине. И в церквях проповедуется Слово Божие, проповедуется о Духе Святом. Но мало придаю значению именно такому дарованию, как пророчество. Расскажите, обязательно ли в церкви должны быть пророчествующие? Обязательно ли должен быть этот дар? И если да, то как людям возревновать об этом, как, ну как сказать, старт взять, чтобы именно получить, возжаждать, чтобы получить этот дар, чтобы в церкви был дар пророчества. Ну, написано в Священном Писании, ревнуйте о дарах духовных, и вам путь превосходнейший. А впереди написано, достигайте любви. Любви. Вот что. Как достичь любви? Любви достигать – это Божьей любви. Не этой любви, которой мы часто говорим о ней. А есть любовь Божия, любовь, которой надо так полюбить Бога. Лучше за все в этом мире. Это жизнь, это мой Господь. И тогда, когда мы полюбим Господа, вот что, тогда Он дает дары, написано, как Ему угодно. Он. И написано, то есть сам Дух Святой. Да, и написано, я говорю, Он будет воскресить Духом Святым, и чем? И огнем. И огнем. Значит, это делает Господь. Когда мы видим, что мы возреновали, вот, тогда Он усматривает, кому дать, какие дары Господь усматривает. Вот, допустим, дар пророчества, как вы говорите. Это, ну, особенно хороший дар. Вот. Написано, кто молится на иных языках, да, то назидает себя. Тобто, можно сказать, в переводе наполняет себя, загружает себя, как Сиван. Загружал, тут был и преисполнен Духа Святого. О. А когда мы прочим, то называется что? Церковь. Называется церковь. Люди тогда получают большое назидание. Вот. Потому что Бог открывает тайны. Бог открывает за государство, Бог открывает за церковь, Бог открывает за грешников, которые есть в церкви, Бог обличает грехи, Бог может открыть любой грех, любое беззаконие. Посредством этого дара. Да. Нас, когда гнали в Советском Союзе, мы очень ценили этот дар и ценим сейчас. Потому что кто не знает этот дар, тот не может ценить его. Мы собираемся, не знаем его. Или есть вот у нас облога вот, милиции, или нет. Вот что. И мы молимся, сколько дети, охрана моя есть над этим домом.
молитесь и делайте дело мое. Мы спокойно молимся, охрана Божия, и все. Есть, все. Вот. Знову Бог открывает, дети, до такого-то часа вы собираетесь, вы молитесь, а в такой час вы оставили это место. И все время подошло, посмотрели на часы, мы ушли, и через минут 5 забегают КГБ, полиция. Нам доложили, что здесь собирается собрание. Хозяин говорит, а нет его. То есть он предупредил. Да, предупредил. То есть действие Духа Святого через дар пророчества, он предупреждает, он освещает, вскрывает грех, вскрывает беззаконие. Написано, он придет, обличит мир о грехе, напомнит о правде и о суде. Вот такая миссия Духа Святого у пророчества. Это очень важные дары в церкви должны быть. Очень важный дар. Каждый ли человек может получить этот дар? Или как он должен просить? Или для, вы сказали, для назидания церкви? Ну, было время, что Моисей сказал, что я ревную, что вы все были пророки. В церкви. То есть ограничения есть, да. Только один должен быть пророк? Нет ограничений. Нет ограничений. Может и 15, и 20, и написано, и так пораз прочесть один за другим. Так написано есть. Да, аминь. Да. Дмитрий Харитонович, хотелось бы услышать такое свидетельство от вас, чтобы вы рассказали, что в последнее время совершает Бог Духом Святым. Вы ездите, я знаю, по многим евангелизациям, служениям, и Бог сильно действует через ваше сердце. Как вы сказали, разум думает одно, а уста говорят другое. То есть именно Бог взял в удел сердце. Расскажите о дивных делах Божьих, что в это время, возможно, неделю назад, две недели назад, что Бог совершал в вашем служении. Ну, я знаю, что каждый день у меня я вижу чудеса Божьи. Каждый день в доме или на собрании люди приходят любой деноминации, любой религии. А я все принимаю. И католиков, православных. Разницы я не делаю. Все Господь любит и за всех пострадал. И я всех принимаю. Приходят даже ко мне и батюшки приезжали больные, чтобы Бог поисцелял. Им приходилось молиться за мать батюшки, чтобы Бог исцелил. Вот. И это все люди. Это все люди, которые нам надо спасать. А не дорогие в очах Господа. Вот что. А их Христос заплакал, когда увидел панораму Иерусалима и сказал, сколько вас я раз хотел собрать, как птица птенцов под крылья, но вы не захотели. Плакал Христос. То когда проследился Христос, то как нам не спасать людей? И Бог большие чудеса делает. Большие. Вот что. Даже неверующих, их детей Бог исцеляет. Вот что. Рак крови, туберкулез. Помолились, и Бог исцеляет. Вот что. Даже недавно вот одни верующие так пришли, и нам стыдно, брат Дмитрий. Мы идем ровно в больницу, чтобы наше дитя переоперировали. Встречает эта женщина, неверующая, видим, что она неверующая, все говорит, что вы сюда идете? Да езжайте вот в Костополь, там есть экстрасенс, который мою дочку исцелил. Врачи уже списали ее, сейчас она прекрасно, хорошая она девочка. Что вы идете сюда? У вас же там есть в Костополе. Так она назвалась, экстрасенс. Экстрасенс, а так люди понимают. Но мы все дети Божьи, мы где-то делаем силою Господа Иисуса Христа и любовью, которую Он нас возлюбил. Мы это делаем, вот что. За это деньги мы не берем. Вот что. Бог дал нам даром, мы все даем даром. Я бы довольный был, чтобы всех бы поистелял и хотел Духом Святым. Вот что. Чтобы больше была слава для Господа Иисуса Христа. Я работал сварщиком, 6-й разряд имел. Вот крановщик просит, слушай, повари меня к кабину. Вот. Я говорю, надо же лестницу большую. Я уже нашел ее лестницу, все. А у меня был ученик, который учил я на сварщика. И говорю, слушай, лезай туда и провери мне лестницу, чтобы она не свалилась от меня. И не ушла от меня. Он вынес этот ученик, варил эту лестницу, этот кран. Вот. Ну что, гукай, проварил. Все, слезай. Бо кран имеет право варить только сварщик 6-го разряда. Полез я. Полез только щитка, насунул на свою голову и лечу. Лечу, пару коптится в воздухе. Вот.
не знаю, куда я упал, на какую-то решетку железную упал. Арматура 16 где-то диаметром, миллиметра, и клетки где-то 20 на 20. Ноги мои туда провалились, а я сел, сижу как на стуле. И смотрю туда, какая-то вода бежит, я и видел там, что-то там рвет. Приходит братец, что ты тут сидишь? Так же упал оттуда. Я сижу. Ты оттуда упал, куда упал? Стал бей, круги делать, бей. Святой человек, святой человек, святой человек, вот святой человек. Взядри, вот такой наш Господь. Братья и сестры, я впервые это же сидеть, снимал за это, братья и сестры. Я упал, как на мягкую подушку, стал, отряхнулся и полез снова говорить. Господь наш никогда не дремлет. Аминь. Дмитрий Харитонович, мы знаем, что Бог есть живой, Его чудеса, Его милость мы видим, ощущаем, слава Ему. Но мы знаем также, дьявол ходит, как рыкающий лев, написано в Евангелии, в Слове Божьем, что он ищет, кого поглотить. Мы знаем, что многие люди на сегодняшний день являются одержимыми, бесноватыми. Есть ли для них спасение, освобождение, и как это происходит? Ну, в основном в этом одержимость считать, да? Человек даже может и не знать, что он одержимый. И многие люди не знают, что в нему кто-то живет. Однажды приехали ко мне одни люди, она главврач-гинеколог, вот, ее люди заколдовали, вот, и она даже сделалась как эта старушка, хотя прекрасно была женщина она была. Вот. Когда я стал молиться, ее бросил, стал бес от нее выходить, она упала на землю. И вот интересно так было смотреть на нее, что как будто какие-то шары под кожей ходили, бегали. А они где-то, как это, может быть, большая вишня, это шары. Да физически вы видели. Физически глазами видно, как бегают они. И я молился до тех пор, пока они перестали бегать. Значит, я понял, что они вышли от нее. Эта женщина сразу уснула. А я ей пробуждаю, говорю, вставайте. Смотрит по стенке. Слушайте, а мне как 23 года. Можно прыгать? Говорю, прыгай. Прыгает. Мне ничего не болит. О, я вижу вас все. А то уже она и не видела она глазами. Уже у нее как бы глаза потемнели. И вот что основное, она исцелилась, поблагодарила Господа. Говорит, я привезу всех своих близких и родных. Может, в них что-то поналазило? Проверьте, пожалуйста. И действительно, она привозит их всех. И вы знаете, тоже в них были бесы. И они такие были довольны. И всех бросало. Пина шла с них. Они такие довольны. Слава Богу, что мы к вам приехали. А мы не знали, кто у нас живет. Видите? Они, бесы могут зайти в тех людей, которые даже и не знают. Вот что. Даже и ноги бесноваты находятся при начальствующих, вот, ну, на работе. Он бесноватый человек. То есть его поведение, оно сразу да. Показывается, что он... Он злой, он сердит, он ненавидит жену, вот, он метается сюда-туда. Вот это уже признаки, что в нем живет. Враг не дает покоя. Да, бес живет в нем. Но если человек неверующий, если он не верит, не принял Господа Иисуса Христа в сердце свое, значит, есть опасность, что он может стать одержимым, да? Да, бывает такое, что они же, эти бесы, один одного зовут, и умножается еще больше и больше их, вот что. И до того, что может намножаться как намесом Гадаринской окрестности, вот что, что этот человек может бегать по полях, по лесах, по оврагах, скрываться от близких, родных и жить, как это написано. У вас в жизни вы видели таких людей? Случаи были такие? Да, приводили одного молодого парня, ну такой красивый, кажется, любая девушка за него замуж вышла с выскоком, как она говорится, так знаешь. Красавец, но одержимый. Как возьмет ее сатана, по полях гоняет, по лесах и не останавливается. И что за него не молились, никакой нету пользы. Вот. Провели ко мне, я говорю, он исповедь делал вам, служителя, делал. Уже мы его выжили вот так,
указы. Выкрутили все. Ничего нет у него. Да не может быть, чтобы страдания не оставил. Когда идем, будем молиться, пускай нам Бог разъяснит. Вот это то, что говорил и пророчество, Дух Святой. Мы стали молиться, и я вижу видение. Идет ко мне Иисус Христос. Вот. И я так и знаю, что Он будет сейчас меня разъяснить, потому что когда я ставал верующим, Крещен Дух Святым, то Господь сказал мне, я буду все тебе разъяснять. Все тебе буду открывать. Что не будет хватать, я буду давать тебе. Спрашивай меня. Я говорю, Господи, не дошел ко мне, может, 3 метра. Я говорю, Иисус, вот этот человек исповедался. И он одержимый, ничем нельзя помочь ему. Люди плачут за него, родные, близкие. И ее сатана мучает. А он говорит, что исповедался. Христос улыбнулся ко мне, так, слегка. И говорит, сын мой, вот эта исповедь, которая исповедалась, не есть исповедь. Она есть под давлением сатаны была исповедь. Вот что. А что значит под давлением сатаны? Под давлением. Под давлением это заставляли его. Да, равносильно, что дверь пальцы зажми, и говорит, признавайся. А то и будь пальцы отрещат. И человек признается. Конечно. Разве это исповедь? Это не исповедь. Скажи ему, Господь, так. Пускай возьмет листок бумаги, напишет все свои грехи, понумерует их, и пускай плачет. По 10, по 15 минут. Каждый грех. И пускай слушает, что я ему этот грех простил. Я буду давать ему знать. И когда дойдет до последнего греха, этот грех умолит, оплачет. Я не говорю, что он плакал саму, там сутки. Пускай 2 недели, месяц, 1,5 месяца плачет. Я буду смотреть на него. Потому что я презираю на смиренного, сокрушенного и трепещущего пред словом моим. На твое презираю. Если он так сделается, я его очищу. Придет до стадии греха, и я ее сам очищу. И Иисус обернулся и пошел. И я очнулся среди братьев, а так как был бы, как было выступление. Братья, есть рецепт. От Бога. От Бога. Все. Какой? А так надо сделать, и все. Я ему рассказал, как все. И вот они повели ее как арестованного. Пришло время, и через 1,5 месяца я поехал на верующую свадьбу. Еще собрания нету. Так говорим, мы сидим с братьями, стоим. Кто-то обнял меня тесно взад, и я не мог оглянуться, кто. И Давид, как будто бы железными прутьями обвязал меня кто-то. Он кричит, дядя Митя, это я. Я так сделал, как вам Бог сказал, я свободный, я свободный. Во, видите? Однажды я заболел гриппом. Все катало на нас собрание, грипп не гриппом, и сам виноватый. Простудился, вот, езжу на машине, холодно, мокрый, сел и простудился, гриппом, заболел. Все катало на нас собрание, сам лежу у кровати, температура, голова болит, дальше не могу. Дверь открыта, смотрю, в двери стоят троих мужчин. Черные, как негры, стоят. 2 нищих, а посреди них вышчий. И говорит, ага, смеются на меня. Ты ж говоришь, что всякая болезнь от сатаны, а теперь ты сам больной. Я смотрю, дьяволы стоят. Ах, кажу, дьявол, сейчас, подожди. Я вас обоих, троих всех смирю на муку кости твои, перемирю, перетрущу все. Я как схватился с кровати. Они убежали в другую комнату, я за ними. Они окунулись за круг стола и на коридор, я за ними. Они за сарай, я за ними. Не можно догнать. И где-то исчезли. Когда я смотрю, слушайте. Температуры нету, гриппа нету, как будто бы я проснулся, ничего, здоровый, все, видите, слово Божье так говорят, противостаньте твердой верой против сатаны. И что? Он убежит, аллилуйя, слава Богу, против сатаны. Дмитрий Харитонович, мы видим, что происходит в последнее время. Бури, ураганы, цунами, землетрясения, многие люди умирают, страдают. Что лично вам Бог открывает за последнее время Духом Святым? Ну, Бог говорит так, чтобы люди знали, что уже мои шаги идут по планете. И я предупреждаю всех людей, чтобы они вздрогнули,
вот, вышли из себя и начали искать меня. И я стучусь в их сердца через эти беды, потрясаю Вселенную. Вот, даже это потепление, которое все страны ощущают. Глобальное потепление. Глобальное, да. Это все от меня, Господь. Вот что. Чтобы человечество привести в чувство страха перед Богом. Да, и Господь, потому что Он, Бог любит каждого человека. И Бог дает знать, через стучиться до их сердец горем, бедами и великим несчастьем, болезнями разными, которые даже задаются ученые, медики. Таких болезней даже не было. Где они? Где этот вирус искать? Где он появился? А Господь открывает, что будут такие болезни. Скажите, вот как вы в будущее смотрите? Я понимаю, что вы не человеческими глазами. Вы слушаете, что Бог вам говорит. Как в будущем будет это прогрессировать, разруха, эпидемии, или либо оно придет время, оно стухнет? Это зависит от народа Божьего. Если люди будут молиться и взывать Богу и славить Господа, то Бог даст благоденствие, хорошее благоденствие на наших землях и в нашей Украине. И любая страна, которая обратится к Богу, Бог даст им благословение. Бог исцелит землю их. Так что она будет давать хорошие плоды. А вот, видимо, там в Индии или в африканских странах, где там на каждом месте есть Бог, около тысячи и больше богов разных, видите, там голод. Там люди умирают с голода, дети умирают с голода, потому что не Бог их и Богом, наш Бог, а их и боги, это змея Бог, корова Бог, вот, месяц Бог, солнце Бог. Вот. Что они не видят, все боги. А живому Богу не поклоняется и не будет славу. И до тех пор будет та племя мучиться, этот народ, до тех пор, пока не познает Господа. Мы знаем, что при жизни Иисуса Христа на этой земле Он воскрешал из мертвых. В Деяниях святых апостолов также описываются моменты, когда Дух Святой через своих апостолов Он воскрешал людей. В наше время воскрешает ли Бог людей? Боже тот самый. Он не изменился вчера и по веки тот самый Бог. Когда Он делал свое дело в дни апостолов, воскрешал, исцелял, Он то же самое и сейчас силен воскресить любого человека. Он умер, а Бог силен воскресить. Было в моей жизни вот одно, что мы молились, и Духа Святого говорит мне, вот есть на этом месте душа, которая имеет духа немощи. А я не знал, дух немощи, значит, больная, как разница. Так подумал слегка себе. И вот когда я молился за исцеление, когда положил руки на одну женщину, ее как кидануло, и убил сатана. И она упала, глаза закрыла, пожелтела, никакой признаки жизни, никого, ничего нет. Люди посмотрели друг на друга, оставили меня этой женщиной. Она лежит, посиневшая, все. Где-то там на улице они уже начали советоваться, как ее забрать, откуда она, и гроб искать, или что. А я сижу и думаю, подперся голову, ну что ж случилось? Но никогда ж Бог не должен свое дело вот так окончить. Пока он всегда, когда он делает, значит, он делает хорошо, приятно. А это что? Это совсем какое-то неустройство получилось. Не может быть этого. Думаю, брат Илья мой молился за воскрешение. Вот. Елисей мой брат молился за воскресение. Апостол Петро еще ближе ко мне, уже в Новом Завете, тоже молится за воскресенье. А почему я не могу молиться? Той Божий, той самый. Я пользуюсь моментом, что никого нету. Я склоняю колено, ложу руки на грудь этой сестры и говорю такие слова. Душа, я не знаю, где ты находишься. Или в аде, или в преисподней, да дальше еще. Или в Царстве Господа Иисуса Христа. Я не знаю, где ты находишься.
Но я не приказываю, именно у Господа Иисуса Христа Назарея, войди в это тело. И снова душа. Я не знаю, где ты находишься. И так три раза сказал. И вижу, у нее этот сустав двинулся, плеча. Признаки жизни появились. Да. Я добро заметил, что двинулся. Мне тут, а может, ему уже в глазах что-то такое, но галлюцинация появилась. Но я ее сразу раз поднимаю, беру, на стул садовлю, сам на колени стою и держу на руках и молюсь. И смотрю в ее глаза, она открывает глаза. И спрашивает меня, а что мне говорит церкви? Я говорю, то, что было, то говори. Вот что. И Бог таким образом и воскресил. Вот, да, и вот было время, когда я не спросил ее, откуда она, что она за одна. А случайно попала в церковь, одна сестра, просит, брат Дмитрий, пообедайте в моем доме, пообедайте, зайдите. И все, да ладно, зайдем. И она готовит кушанье, все, носит на стол и улыбается чуть ко мне. Ну, что ты улыбаешься ко мне? Что ты нашла у меня здесь? Говорит, брат Дмитрий, мабуть, вы не узнали меня. Говорю, я тебя не знаю. А помните, вы за мертвую сестру молились? Говорю, помню. Вот это же я. Слава Богу. Вот это я. До этого времени меня сушило. Я кушала, а я сохла. Одна кожа и кости были. Вот что, какой дух немощи был у меня. А когда после воскресения, вот видите, какая она набрала тело, округлела, пожалуйста. Дорогие друзья, сейчас мы совершим молитву, чтобы Бог благословил вас, чтобы дал вам мудрости, излил свою силу Духа Святого, чтобы вы могли побеждать всякий грех и всякое беззаконие, чтобы, идя по этому жизненному пути, вы были уверены, что с вами Бог, и что вы получите спасение, к которому мы все стремимся. Аминь. О Господь, сколько народа есть, плененных сатаною, не укусили, как благ ты, Господь. Боже мой, какой ты добрый, какой ты щедрый. Аллилуйя. Какой ты, Господи, приятный через Дух Святой, Господь. Аллилуйя. Мною не знаю, что такое крещение Духом Святым. Мною не знает, Господи, как исполняться Духом Святым. Боже мой, Владыка неба и земли, дай им кусить, какой ты чудесный, прекрасный Господь. Боже мой, многие больные, многие иссохшие, многие нуждаются в пробуждении, благословении, очищении. Господи, все это делает Дух Святой. Не мы, но Ты, Господь, делай все это. Мы просим Тебя, кто видит нашу молитву, Господь, Бог наш, кто жаждет, кто томится о Духе Святом, о Твоей благодати, дай, Господь, пошли, Господь, им это обетование принадлежит всем дальним, куда Ты не прозовешь нас. Аллилуйя Тебе, хвала Тебе, Господь. Я верю, что в этом час, Господь, сила Духа Твоего зашла на каждое сердце, на каждую душу, Господь. И где есть какая-то болезнь, немощь, она тоже уходит, там есть Дух Святой, там есть свобода. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя за эту, Господь, студию, за то, что Ты, Господь, был среди нас, и благослови наши тело зрителей. Тебе за все слава, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Иисус Христос, когда жил на этой земле, Он сказал такие слова: «Я ухожу, но я не оставлю вас сиротами. Я умолю Отца, и Он пошлет вам Дух Утешитель». И также Слово Божие говорит, что этот Дух, Дух Святой, когда придет на землю, Он обличит, то есть покажет естество, говорит, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Мы знаем, что действие Духа Святого, оно очень велико и оно очень обширно. Для Духа Святого нет ограничений. Бог дает Духа не мерою. И Бог хочет это не мерою дать Духа Святого для каждой церкви, для каждого члена церкви, для каждого, кто призывает имя Иисуса Христа. Пусть Господь вас благословит, наполнит этим помазанием. И пусть Господь еще больше увеличит ваше сознание и понимание о том, что без Духа Святого, без силы Божьей
устоять в этом греховном, безнравственном мире просто невозможно. Невозможно своей человеческой силы противостоять всем наклонностям греха. Нам нужна сила, и об этой силе мы должны более и более взывать и ревновать, чтобы эта сила Духа Святого была не только в разуме, но и в сердце нашем, чтобы от избытка этой силы говорили наши уста, и наши плоды были приятны для нашего Господа Иисуса Христа. Пусть Господь вас в этом всех обильно благословит.